Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Комедийный актер Фред Уиллард скончался в США в возрасте 86 лет. О смерти американского артиста прессе сообщил его агент Майк Лайзенштадт, пишет The Hollywood Reporter. По его словам, Уиллард ушел из жизни по естественным причинам. Последние дни он провел в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных. Дочь актера по имени Хоуп рассказала, что Уиллард не страдал перед смертью и отошел очень мирно. Она отметила, что родственники просто обожали Фреда за его энергичность и искрометное чувство юмора, он делал нас счастливыми. Уиллард 3 года подряд получал номинации на премию Эмми за роль в сериале «Все любит Реймонда», а затем удостоился 4-й за съемку в сериале «Американская семейка». Широкую известность Фред получил благодаря ролям в «Друзьях», «Американском пироге» и «Звездных вратах». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!